Резьба – один из самых распространенных ранее видов декоративно-прикладного искусства с давних времен. Резьба украшала наличники окон, карнизы, мебель и посуду людей с незапамятных времен. Пользуется она большим успехом и в наши дни. Велика Россия наша, и талантлив наш народ, о Руси родной, умельцах на весь мир молва идет. В роли творца побывали все желающие, создавая свои композиции, осваивая профессиональные приемы обработки древесины. В руках стамеска, нож, топор, терпенье, воля плюс напор, и из обычной древесины вдруг появляется узор. 27 октября 2016 года все смогли побывать на выставке работ учащихся, организованной педагогом дополнительного образования, руководителем творческого объединения «Резьба по дереву», учителем технологии Сметовым Александром Геннадьевичем. Славилась Россия чудо-мастерами. Дерево и глину в сказку превращали, красками и кистью красоту творили, своему искусству молодых учили. И ребенок, и взрослый попробовали себя в технологии изготовления предметов в технике декупаж, которыми пользовались мастера сотни лет в разных странах. Коллекция данной мастерской ежегодно пополняется, в чем мы смогли убедиться 20 октября на одном из занятий педагога дополнительного образования, учителя начальных классов Кировой Лисы Серафимовой. Русские поделки не стареют сотни лет. В красоте, в таланте русском весь находится секрет. Раскрыть свой творческий потенциал предложила руководитель объединения, учитель начальных классов Миронова Татьяна Владимировна через создание объемных фигур из соленого теста, что очень тесно перекликается с поделками из глины. Выставкой работ можно будет любоваться до конца ноября в стенах нашей школы. И, наконец, участник и призер окружного этапа городского конкурса декоративных поделок ветеранов и учащейся молодежи, посвященного 75-летию начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву, воспитатель группы «Продленного дня» Багаудинова Людмила Михайловна провела 26 октября мастер-класс со своими воспитанниками и поделилась тайнами выполнения работ, техники филинг и работе с гофрокартоном. Ребят невозможно было оторвать от выставки авторских работ. В наши дни бумага кручения широко известна и популярна как хобби в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое распространение это искусство получило, когда оно переехало на Восток. Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь.